Чем для человека опасен гематоген? Любимые многими детьми плитки гематогена, напоминающие по текстуре риски, на прилавках аптек Германии, Австрии и многих других европейских стран вообще не встретишь. При этом изобретен он был как раз за границей, в Швейцарии. Первоначально лекарство на основе бычьей крови, именовавшееся Матоген-10-ДР, Омель, представляло собой жидкую микстуру. Помимо крови крупного рогатого скота в нее входил яичный желток. Гематоген Гоммеля был популярен в начале 20 века. Затем его производство за границей существенно сократилось. Сейчас немецкий или швейцарский врач будет активно предостерегать от употребления в пищу этого лакомства. И на то есть свои причины. Гематоген в Советском Союзе. Свой гематоген СССР начал выпускать в 20-х годах. Его массовое производство было налажено в 1925-1926 годах, когда положение с поставками продуктов в стране было особенно тяжелым. Гематоген помогал бороться с дефицитом железа в условиях неполноценного питания. Этот калорийный продукт нередко заменял и лечение, и лакомство. Для Советского Союза это было крайне актуально. В Европе и США обстановка с продуктами питания была гораздо более благополучной, поэтому в таком прикорме, как гематоген, иностранные малыши не нуждались. В СССР же им подкармливали не только детей, но и красноармейцев. В конце 20-х годов предприятия по производству гематогена были выстроены в Казахстане, на Урале, в Армении, Узбекистане и в Сибири. В чем опасность гематогена сладкими плитками на основе бычьей крови малышей в России кормят до сих пор? Отечественные врачи считают гематоген полезным при железодефицитной анемии и неполноценном питании. Но иностранные врачи считают его вредным по нескольким причинам. Гематоген очень калориен, 354 килокалории / 100 грамм. Для улучшения вкуса в него добавляют патоку, мед, сахар, шоколад, сгущенку и еще целый список калорийных продуктов. Если у ребенка есть предрасположенность к быстрому набору веса, употребляя гематоген, он может заработать ожирение. Для людей с сахарным диабетом гематоген и вовсе опасен. Во время производства этих железосодержащих плиток используется кровь убитых животных, которые в момент агонии переживали страх смерти. В этом состоянии в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, кортизола, норадреналина, адреналина. И это при том, что в ней уже содержится много антибиотиков и гормонов, которые добавляются в корм для более активного роста и снижения заболеваемости крупного рогатого скота. Все это совершенно не нужно и даже опасно детям. Кортизол провоцирует ухудшение памяти, снижение внимания и нервозность. Антибиотики, предназначенных для взрослых животных, и вовсе способны разрушить всю иммунную систему ребенка. Вот потому-то иностранные врачи предостерегают от лечения гематогеном. Гораздо продуктивнее и безопаснее обеспечить своему малышу полноценное питание.